площади Ленина. Вот так вот все выглядит. И знаете, есть, конечно, некоторые недочеты. Вот, например, не горит почему-то полснежинки. А так в целом, ну, нормально. На маршрутке все понаехали, все скрыли. Я решил на сей раз избавиться, в принципе, от негатива, просто посмотреть на Рязань предновогоднюю, потому что в этом году, конечно, очень много чего сделали красиво, и это все хотелось бы просто показать. И вот она, елочка наша. Вот такая вот. На сей раз горит, все с ней хорошо. На самом деле красиво, как ни крути. Вот такой вид я удобряю. Вот такая вот у нас елочка наряженная, сверкающая огнями. Ну и Почтовая улица, которая в таком виде уже год, и каких-то прям конфузов с ней нету. Я уже показывал эту площадь днем. Теперь покажу вечером, что обидно, нулевой километр куда-то дели. А предыдущий спрятали. Вот. Зато теперь на этом экране показывают видео с новогодней столицы от Рязанских ведомостей. Вот такой вот у нас шарик. Давайте спустимся вниз, посмотрим еще тут что есть. Все, снежинки повесили на деревья. Да, теперь, конечно, неудобно снимать движение. Вот. Буквы нами всеми любимые. Вчера, кстати, доигрались с пенопластом, пару букв сдуло. Но вчера ветер, конечно, сильный был. Снеговики. Идем в сторону елок предприятий. Посмотрим, как они светятся вечером. Меня очень радует это соседство. Тут елочка из деталей компуктеров и елка из противогазов. На той неделе ее не было. Теперь поставили. Реально, какой-то постапокалиптичный киберпанк. Рядом елка из материнок и елка из противогазов. Жители Челябинска не одобряют столь расточительное употребление противогазов. Еще тут добавилась елка оператора платных парковок Рязани. Ну, в общем-то, вот что мы видим. Противоположная сторона Лыбецкого бульвара теперь выглядит более презентабельнее, чем противоположная. Хотя еще не так давно было точно сюда наоборот. Вот. А так, судя по всему, это елочка с гербами регионов России. Еще, конечно, в некотором роде странно выглядит то, что надпись «Былина» не светится, а по бокам логотип новогодней столицы светится. Ну, как-то не очень правильно выглядит. А вон что сделать с фонтаном, сейчас подойдем поближе. Ну, вот так вот и выглядит нынче фонтан. И «Былина».